Уступная кампания 2016 выходить на финишную прамую. Залечение на бюджет у высшей навучальной установы в области амаль завершено. Так, у Белорусско-Российском университете план поступления на белорусский бюджет целком выкананы. Самыми популярными сярод абитуриентов стали экономичные специальности – 3 человеки на место. Скороченная бюджетная форма навучания для выпускников колледжу. Тут конкурс клал 9 человек на место. А вось на специальности транспортная логистика отзначены самый высокий проходный балл – 282. На российский бюджет прием документов протягивается до 26 липеня уключно. У МДУ имя Аркадия Куляшова самый великий конкурс был на специальность «Замежная мова». Больше 5 человек на место. Тут же был самый высокий проходный балл по университете – 330 баллов. 327 баллов на специальности «История и археология». У приемной комиссии означают, по университете объявлены додатковый набор. Застается 10 вакантных мест на специальностях «Физика и информатика», 4 на «Математику и информатику» и 9 незанятых мест на бюджет скороченного термина навучания по специальности «Початковое навучание». Залечение 30 липня. У Могилевском институте Министерства внутренних справ набор целком выкананы. У пресс-службе означили на 120 месяцев, тут было 610 заявок. Конкурс сярод хлопцев склал более за 2 человеки на место, сярод девчин амаль 6 человек. Средний балл у девчат склал 328, за 3 сертификаты ПЦТ плюс аттестат.